Петр Чернышов не справляется с финансовой нагрузкой, связанной с оплатой счетов за лечение его супруги Анастасии Заворотнюк, но молчит и не просит о помощи. О том, что ситуация с деньгами в семье актрисы сложная, говорят выписки из налоговой. Сумма задолженности семьи перед государством растет с каждым месяцем. Еще осенью налоговая из-за долгов закрыла индивидуальное предприятие, ИП звезды сериала «Моя прекрасная няня». На днях выяснилось, что не платит по счетам и сам Чернышов. На настоящий момент звездная семья должна государству почти 500 000 рублей, утверждает источник. При этом известно, что Чернышов не сидит без работы. Он выступает в роли постановщика и артиста ледовых представлений Татьяны Навки. В прошлом году за участие в одном только спектакле «История любви Шахерезады» он получил больше 3 000 000 рублей.